Ну а что в таком случае делать малому бизнесу в России, особенно который был завязан на импорте и экспорте? Все продать за столько, за сколько сейчас дадут, обменять эти деньги на валюту, продать дом за сколько дадут, собрать это все и уехать. Есть ли тогда вообще какое-то будущее у российского бизнеса? Безусловно, есть, но после того, как Путин уйдет от власти. Пока Путин у власти, никакого бизнеса никакого не будет частного. Ну, мы не говорим про нормальный бизнес, мы не говорим о коллекторах похоронных бюро и прочих каких-то подментованных историй. Мы говорим про нормальный настоящий бизнес. Нет, бизнесу в России пиздец, он на этом моменте закончился.